На конкурс дети читают стихи Андреева Дарья, 9 лет. Автор Александр Герцман. Название «Шла Снегурочка на елку». Там, где бродят злые волки, по тропинке через лес, шла Снегурочка на елку к детям из страны чудес. Шла она дорожкой звездной, надо было ей спешить, чтоб на праздник новогодний детям елку нарядить. А на этой же дорожке в маленькой спала избушке, что стоит на курьих ножках, злая вредная старушка. И Снегурка песни звонкой разбудила ту старушку. И сказала бабка злобно: я запру ее в избушке. Притворилась бабка доброй, позвала Снегурку в гости, угостила булкой сдобной, усыпив волшебной тростью. Жду Снегурочку на праздник с нетерпением все дети. Много здесь игрушек разных, Дед Мороз привез конфеты. Кто в лесу Снегурку видел? Дед Мороз спросил зверей. Может, кто ее обидел? Отыщите поскорей. Тут ворона прокричала: я могу вам показать, где Снегурочку встречала полчаса тому назад. У тропинки на опушке вихри снежные кружат, а в бревенчатой избушке звери бабушку стыдят. Что вы, звери, я не злая, говорила им старушка, я же старая, больная, и одна живу в избушке. Тут Мороз простил старушку и сказал: пусть к нам идет, детворе раздаст игрушки, встретит с нами Новый год. Вот у елки пляшут дети, с ними добрая старушка, лисы, зайцы и медведи, даже бабкина избушка.